По цвету достаточно хорошо. Вот это немножко грязноват. Я его проверяла кистью. Проверяли, проверьте, да? Еще тоже. Да, много черного в нем. Все-таки грязноват он. Чуть-чуть надо было посвежить. Я хочу, с черным надо аккуратно. Мне планирую ассист положить. Да. Но здесь плохо сделано. Я его взяла надо еще ради посмотреть. Ассиста. Получается. Смотрите, да. Вот здесь вот такое борозды не должно быть. Это все нужно уводить в полутон, соединять. И здесь нужно растягивать. Посмотрите, здесь все это объединено и растянуто немножко до края. Здесь далеко особо не надо заводить. Ну, очень резкая полоска. Здесь еще нужно переход делать. Здесь тоже все обрывается. Это не совсем правильно. И это тоже и в музее могло быть так смыто просто, плавь. То есть чуть-чуть. Здесь чуть-чуть должно быть, хоть чуть-чуть, но должно таять. Ну, здесь все это очень темное. Вот свет нужно завести и на боковую грань носа, и чуть-чуть завести над губой. И блик над губой поставить. Здесь как-то он заползает прямо на губу. На губу. Неправильно. Это тоже могут быть ошибки самого исполнителя учебной работы или там реставрационные ошибки. Надо еще другие лики смотреть просто. И оттуда брать. Потому что я вот по рукам, например, и ногам. Задача не только скопировать, но еще реконструировать. Да. Ручки. Потому что мне здесь руки не понравились. Да, здесь неумело сделано, как замылено. Да. Знаете, возможно, что здесь еще были пальчики видны. Возможно. Вот этот мизинчик, да. Возможно, все. Вот, возможно, что вот этот средний вот здесь выглядывал. И два, вот там. Красиво, да, да. Три. Вот так. Они вот. Ну, просто никто не знает об этом. Да. Так. Но здесь, конечно, вот темные вот эти пятна, их надо немножко объединять, высветлять. Вот здесь высветлять. Здесь все-таки между светлым и темным есть некие мягкие переходы, едва заметные. Вот чуть-чуть бы добавить еще свет. Так. Ну, здесь, конечно, резко обрывается угол. Здесь не нужен краевой контраст. Здесь контраст как раз вот здесь делается. Здесь суть в том, что, например, здесь свет, потом тень, потом опять свет, подчеркивает тень. И тогда получается одна форма другую выдвигает на первый план. Здесь она закругляется. А у вас получается, да, эта все форма не выдвигается, это вывернулось. И ни здесь, ничего. Я тоже наконец-то поняла это. Ну и старайтесь избегать повторов. Таких вот три одинаковых не должно быть линии. Елочка такая. Когти, да. Здесь вот одна яркая, и то с образным немножко изгибом. Вторая послабее, а третья как бы и нет. Это более-менее как бы доминирующая, там, потом повторяющая, и третья так условно. Вот, а когда у вас там три здесь, три здесь, там здесь какие-то по линейке расчерченные, это все вызывает ощущение механичности. Механичность – это значит невнимательность к людям. Вот когда человек невнимателен к вам, он начинает с вами разговаривать механично. Ну, какими-то догмами, правилами. И просто вот, типа, отвали и все. Вот. А когда он внимателен к вам, то он вас заинтересовывает. И изображение, оно должно вас заинтересовывать. Чем? Разнообразием. Некой такой вот игрой фраз пластических. Но если оно вас напрягает, то и вы напрягаете зрителя. Напрягает. Напрягает, это видно. И поэтому у вас такие просто ветки симметричные. Это меня это напрягало. Только я не могу понять, почему. Мне нравится тоже. Я смотрите, вижу, чтобы... Как-то избежать. Как-то избежать. Листочек бумаги. Дайте если мне. Человек копирует, и карандаш. Да, дело в том, что вам... Подойдет. Вам кажется, что вы копируете. А вы просто от себя тяну порите и все. Это мы можем. Потому что это между этим и этим большая разница. Смотрите, что вам было интересно. Просто задавайте себе вопрос. Какая линия самая яркая? Вот, ну, берете какой-то фрагмент. Ну, например, вот этот.
Раз, нашли яркую линию. Какая она? Какая она? Ну, какая-нибудь вот такая вот. Вот она, самая яркая линия, вот она вот какая-то такая. Хорошо. Какая линия вторая по яркости, так сказать? Втора, скрипка втора. Вот, вот она, вот здесь вот. Какая она? В чем она повторяет? Ну, вот в этом изгибе она повторяет, она усиливает вот этот изгиб. Потом она вот этот прогиб усиливает, и она раньше исчезает. Она более слабая, но она усиливает тенденции вот этой. То есть у этой какие тенденции? Вот так и вот так. Это усиливает вот эту тенденцию, усиливает вот эту тенденцию, и здесь уже исчезает. Видите, идет какая-то прогрессия, а здесь регрессия, а здесь опять прогрессия. Вот. А потом третья линия какая? А вот она из-под вот прямо из-под нее вот так. От, раз, объем пространства появляется. Угу. Все. Интересно? Интересно. Интересно. Как раз пространство выстроилось. Что она отражает? Здесь она как бы в противоречии идет. Диалог такой возникает. Да, здесь, смотрите, здесь уже она в противоречии. Угу. Что видно было. Давайте поярче сделаю. Так, тенденции вот этой линии. Тенденции вот этой линии. Тенденции вот этой линии. Первая, вторая, третья. Смотрите. Здесь прогресс. Прогресс. Регресс. Вот эта третья, она вот здесь уже в противоречии. Вот с этим концом, видите? Угу. Округляется форма. Двояко выгнуты. Но вот в этом ряду она в прогрессе. Угу. И здесь она тоже подхватывает вот этот прогресс. Но между собой они да. в... Это уже угу. ритмический мотив. Угу. Все, вот это уже интересно. Но поймите, это же все некая математика, геометрия. И вот недавно вот один человек меня спросил, пожилой человек, говорит, вот как определить, склонен ли человек к художеству, к музыке. Вот у него там внуки, внучки там проявляют разные таланты. Вот как определить, есть ли у человека склонность к профессии? Или это просто детское увлечение? Я ему объяснил, что на самом деле склонность определяется особыми качествами человека, то есть умение выполнять неинтересную, скучную работу на самом деле и превращать ее в интересную. И вот если художество, это в принципе это геометрия, математика, это в основе, в фундаменте. И только на поверхности это стиль, культура и, конечно же, важно сюжет, чему служит искусство ваше. Но чтобы вот эту вершину исполнить, сюжет, смысл и культурно это все обработать и преподнести, до этого нужно выполнить очень много рутинной, скучной, неинтересной работы. И вот если человек способен пройти весь этот путь и не заскучать, так сказать, выдержать это все и достичь вершины, то он склонен к этой профессии. Если он не способен, то он не склонен к этой профессии. Также, например, педагог. Неважно, если там человек там умный, ученый, начитанный, много чего знает, может ли он терпеть людей? Может ли он стоять на ногах? Может ли он говорить долго? Если он этого не может, если он боится аудитории, если он не может говорить, он не склонен к этой профессии, если у него нет терпения. Вот представьте себе, какую-то задачу, например, можно сделать, например, за 10 минут. Но с учениками ты ее будешь делать месяц. Вы представляете, сколько жил из тебя вытянут, сколько нужно терпения проявить, чтобы вот это 10 минут растянуть. Если ты это не можешь, то ты не склонен к профессии педагога. Если ты можешь так затормозиться капитально, то ты еще, может быть, склонен к этому. Ну, плюс еще другие факторы. Вот, если ты можешь терпеть боль в ногах, боль в спине, боль головы, всякие психологические недоразумения, вот, и, может быть, нулевой результат иногда учащихся. Если все это возможно выдержать, то значит склонен.
Я ему привел такой пример, вот, когда один музыкант репетировал, ну, играет на ксилофоне там какую-то красоту. Вот, ну, так все, музыка льется, все прекрасно, все интересно. Я говорю этому музыканту знакомому, говорю, а ты можешь вот воспроизвести то, что ты сейчас думаешь, ну, просто озвучить во время игры. И он согласился, и он стал играть, он считает, просто считает. Три, четыре, пять, он ударил, сыграл, оп, оп, там, пять, шесть, оп, оп, оп. И я вижу, что человек просто выполняет какую-то рутинную работу. Это для меня, эта музыка льется, там все так весело, так, так душевно, эмоционально. А для него это какой-то четкий расчет, ему нужно попасть в нужную ноту, в нужное время. И это сделать так плавно и незаметно, что было ощущение, что музыка льется сама по себе. Это... Представьте, сложно механическую работу так преподнести, как будто бы это само собой. Вот птицы в лесу поют. А это искусство, и это как бы божественный образ творчества, который в мире нам явлен. Это как раз-таки некая такая вот математика, некая система, которая преподнесена в форме случайности. И настолько... Это так искусно преподнесено, что большинство людей считают, что это все абсолютная случайность. И их не переубедишь. Да, не то, что импровизация. Импровизация тоже на основе закономерности и опыта. У них абсолютная убежденность, что это абсолютная случайность. Что настолько творит в эту секунду сразу. В эту иллюзию настолько человек, человечество верит, что из этого прелестного состояния очень сложно вывести людей. А если из этого прелестного состояния людей не выводить, то они погибают. Потому что понять, что это все большой труд, и это не случайность, и это не развлечение, жизнь вся, устройство жизни. Без этого понятия сложно правильно прожить. И вот представьте себе, нужно заинтересовать себя в том, что вообще неинтересно. Как один знакомый священник говорил, нужно научиться кушать невкусную пищу и думать, что она вкусная. Ну, как бы убедить себя, что она вкусна. Речь не о том, чтобы как бы заниматься таким самовнушением и гипнозом, чтобы есть что-то простое, но получать удовольствие, как будто ешь какую-то роскошную пищу. Это тоже будет какое-то такое извращенное гортанобесие. А речь идет о том, чтобы радоваться тому, что просто и непривлекательно, и скучно, и невкусно. Научиться этому радоваться. Вот об этом речь. И художественное искусство, оно в том и заключается, в том, чтобы найти в чем-то неинтересном, невзрачном, скучном интерес, занятие. И это является... Все, я опаздываю на автобус. Ладно, все. Всем пока.